Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 5 марта 2016 года. Ну вот, как говорил Остап Бендер, прошло совсем немного времени, и основная, вернее, половина ящиков, которые у меня здесь были, вот здесь видим 10, 15, 17 ящиков. Вот и столько же у меня сюда ушло, вот видим там длинные, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать ящиков. Вот как раз 17 ящиков у меня входит в один слой вентиляционный. Теперь сюда нужно накладывать все то, что у нас есть. Вот я конкретно туда сейчас вот эти ведра с кофе. Нет, не буду ложить, потому что они еще не рассортированы. В общем, теперь туда пойдет весь мусор, который будет накапливаться. Ну и единственное, что нужно полить. Вот если получится сейчас у меня шланги эти не замерзшие, смогу я рассоединить, значит, я сейчас все это дело обязательно полью. Если нет, значит нет. Ну, посмотрим, что у нас выйдет из этого всего. Ну, а это все занесу в теплицу, чтобы размораживалось для последующей сортировки. Здоровья вам и благополучия!